утром С Нового года идут массовые просрочки. И это не просто голословно, это действительно есть на сайте Центробанка. То есть от нас эти цифры скрывают, говоря о том, что когда мы, нас всего 2%. 2% от чего и от какого года? Вот это надо разбираться. А что у нас сейчас сделано? Сделано довольно-таки очень много. Надо понять, сколько нас всего. Сейчас мы объединились во Всероссийское движение валютных заемщиков. Нас зарегистрировалось больше 5000 заемщиков. Но учтите, у каждого заемщика есть свои семьи. Это 3-4 человека. Если умножаем, получается, скажем так, средний город. Получается, что же мы должны? Начиная с флешмоба, который был в Дельте, у нас подвязались под это дело больше 20 банков. Такую же аналогичную ситуацию, вернее, такое же аналогичное мероприятие провели по своим банкам. Значит, даны уже приблизительно 10 банков ответы, но ответы, скажем так, которые абсолютно не устраивают. То есть это, скажем так, сплошные отписки. По грабительскому курсу нас рефинансируют, тем самым, о чем я говорила, увеличивают наши остатки судной задолженности до 50 лет, и в месяц мы будем платить от 100 до 150 рублей. То есть такая схема. В четверг подали письмо непосредственно на Путину. Приемную сдали, поэтому будем ждать ответ. Сейчас как раз вот собираем петиции для других общественных и политических деятелей. Пожалуйста, если мы будем все толпиться, мы здесь устроим дальше, мы ничего не сможем. Внесли в Государственную Думу законопроект, который впредь запрещает выдачу валютных кредитов и кредитов с плавающей ставкой. К сожалению, думское большинство пока не прислушивается к нашим предложениям, а все эти законопроекты уже внесены. Осталось просто за них проголосовать. В этой связи нам нужна ваша поддержка, и этот митинг мы рассматриваем как поддержку нашей позиции. Спасибо. Мы в 2007 году взяли ипотеку. Действительно, это была большая ошибка, что мы ее взяли в валюте, но нас сильно убеждал менеджер банка, что это более выгодный вариант, и там были проблемы с тем, что подобрали в рублях, а в валюте добрали без проблем. У меня очень сильное впечатление вот по всем нашим коллегам, что менеджеры банков получали какие-то бонусы за ипотеку, за то, что они давали ипотеку в валюте. Вот. Ну и в результате, то есть мы безропотно платили, когда был кризис 2008-2009 года. Но сейчас ситуация, ну, вы сами знаете, какая. То есть у нас платежи реально выросли там в 2,5 раза. Вот, то есть тут отдай квартиру банку, еще остайся должен. И банк не хочет идти на контакты. То есть на самом деле мы ни в коей мере, мы готовы платить. Мы не просим, чтобы из бюджета нас как-то вот, как-то поддерживали. Мы просто, пусть банки не получают сверхприбыль. У меня трое детей. То есть, и, в общем, ну, действительно ситуация, то есть, может стать патовой. Давайте договоримся, давайте зафиксируемся по-нормальному, то есть, ну, какие-то вот вменяемые условия. Вот, то, что они сейчас предлагают, ну, это, в общем, то есть, 7 лет платежей, просто коту под хвост. Договоров в валюте по ипотеке, заключенные от 25 тысяч до 150 тысяч по разным оценкам. Соответственно, мы знаем, что среднестатистическая российская семья, да, это двое взрослых и один ребенок. Умножьте 150 тысяч на 3 человека, и вы получите 500 000 людей, которые могут остаться без крова, которые могут стать бездомными. Мы взяли ипотеку в 2008 году, летом 2008 года. И на настоящий момент, ну, вносили частичные досрочные погашения, материнский капитал направили. Мы погасили за 6 лет ипотеку больше, чем на треть, но сейчас должны на треть больше, чем стоила квартира. То есть в суммах это выглядит так. Сейчас мы должны банку порядка 9 миллионов, хотя брали 6 лет назад 6 миллионов. Наша квартира столько не стоит. Единственное решение, которое предложил банк, это рефинансировать кредит, который увеличивает наши ежемесячные платежи еще в 2 раза по сравнению с уже выросшими в 2 раза.
И, конечно, это совершенно непосильная сумма для семейного бюджета получается. И пока выхода из этой ситуации мы не видим. Ну, собственно, вот от безвыходности мы здесь и оказались, я, мои дети. Потому что это единственное наше жилье, у нас здесь нет никаких родственников, мне даже детей не с кем оставить, чтобы поучаствовать в мероприятии. Вот так вот. Другими вопросами, ну, помочь с точки зрения организации круглого стола в Государственной Думе и проведения других мероприятий, мы вам попытаемся. Большое спасибо за внимание, мы наши, будем вас защищать. Спасибо. Yeah.